Посмотрите, какая красота. Деточки делают картины из камней. Замечательно, прямо в тропическом саду. И вот так веселятся деточки в гамачках. Они настолько их рады, этим гамачкам, им так весело и хорошо, что просто здорово! Здорово! Вот такие у нас красивые деточки. Вот так будут веселиться ваши деточки на лужайке, бегая голыми ножками по зеленой травке, качаться на гамачках и славить Господа. Смотрите, как он хорошо, весело, красиво, хорошо, уютно. Так что все будет хорошо с вашими деточками. И еще раз и еще раз посмотрите, какая красота. Вот как хорошо здесь именно деточкам с их родителями, с родненькими вот заходят. Плавненько в это удивительное Черное море. Кто-то на матрасике плавает, да? И это замечательное место. Курорт гостиницы Святая Абхазия. А кто хочет покататься на катамаранчике и встретить настоящих дельфинов, может взять вот такие катамараны семейные, отплыть и встретить настоящих черноморских дельфинов, которые подплывают прямо к катамарану. Вот такое счастье плавать и отдыхать с деточками в семейном отдыхе на пляже гостиницы Святая Абхазия. Посмотрите, какое счастье. Посмотрите, как здесь хорошо семейным парам, деточкам. И вот они, наши катамаранчики. Вот посмотрите, вон они наслаждаются прямо с семьями. Что может быть лучше вместе с семьей плавать, детей купать в этом удивительном, чистейшем море на Святой Абхазской земле, гостиница Святая Абхазия. Вот так на матрасиках, вот так, такое счастье. А сейчас день, все покупались на море, мы сели в наш микроавтобус и приехали в это удивительное Бзыбское ущелье, на эту удивительную реку, и здесь деточки играют, камушки бросают, резвятся, дышат горным воздухом. А после этого солнышко зайдет, и мы поедем опять в Святую Абхазию, опять посетим пляж в Святой Абхазии и проводим солнышко. Вот так наши деточки и ваши будут отдыхать, дыша горным воздухом. Вот она, какая красота открывается. Мощная горная река и вот такие пейзажи. Какая удивительная скала, красота. Вон еще отдыхающие наши ходят. Там уже деточки-подростки такие. И вот все смотрят на удивительную Богом созданную красоту. Слава тебе, Господи! И вот мы погуляли и возвращаемся опять в Святую Абхазию. Такие счастливые, довольные. А деточки просто в восторге от озера. Вот она, один рыбак там спрятался. Вон он, да. А вот еще малыши. Вот сидят и играют вот в озере. Они просто в восторге от этого озера. И вот так мы провожаем сегодняшний день. Солнышко, деточки все счастливы и радостные.